Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем проходить Тиникин. Итак, давайте посмотрим, где мы еще не были с вами. Наверное, нам нужно наверх сходить, посмотреть, что тут у нас наверху. А наверху у нас клетка, опачки, и что мы сделали? Ага, мы тут распутали нитку, которая нам позволит подниматься наверх. Замечательно. О, и вот тут мы еще нашли еще чувачков. Шикарно. Так, и теперь куда бы нам попробовать-то попасть? А нам, наверное, попасть уже... Ай-ай-ай-ай-ай, блин, я упал. Ну, зашибись. Ну, хотя бы мы можем вот тут с вами, ребят, подняться опять. Благодаря веревке, которую мы спустили. Нам надо на следующую полку. Обязательно. Бежим туда, смотрим. Нам надо, короче, пробежать сначала все то, что... Ай, да что я не могу допрыгнуть-то? Какой-то пипец, я еще и разбился. Вот это да, вот это классно просто. Опа, на пузырики-то нам надо летать просто. Просто надо использовать пузырика. Я что-то туплю и его не использую. И банзай. Вот так вот пролетаем. Ага, тут у нас маленькие вот эти чуваки, тиникинчики. Так, опа, опа, смотрите. Вот под другим углом надо везде все смотреть, все осматривать, потому что вот эти вот штучки... Золотые козявки, я не знаю, что это, хлебушек, вроде как пишут, что это. Ну, надо смотреть в любом случае под разными углами, иначе мы просто пропустим кучу этих штук. Чуть опять не упал. Так, вот, смотрите, мы еще вот тут можем пробежать, все замечательно. А, это что? Опять у нас какая-то фигурка, давайте сначала вот это разрушим. И у нас появился мостик кверху. А, зашибись, только мы не сможем снизу вверх прыгать. А это что у нас такое? Нос. Что ты мне скажешь, дружище? Еще немного эта статуя могла бы стать шедевром. Но ей чего-то не хватает, правда ведь? У меня хороший нюх на произведение искусства. Слушай, чувак, ну я тебе поверю, что это произведение искусства какое-то. Ну, пока ничего тебе сказать особо дельного не могу по этому поводу. Так, и тут мы ниточку опустили в самый низ, шикарненько. Она нам еще пригодится. А наши тиникинчики, смотрите, все до сих пор с кнопочкой бегают. Надо все-таки найти место, куда нам эту кнопочку закинуть. Так, у нас еще внизу хлебушек, да? Давайте его сразу заберем, иначе я про него просто забуду. Так, аккуратненько, аккуратненько перелетаем. Вот так. И ай. О. Так, аккуратненько поднимаемся теперь. Так, и вот... А куда нам? Подождите. Ага, нам по листьям. Немножечко я запутался тут. А, не все так просто, как кажется. А мы еще вон там наверху не взяли. А как туда попасть, я пока не знаю. Но мы с этим обязательно разберемся, как туда попасть и как там взять золотые хлебушки. Так, шикарно. Бах. Сколько ё-моё, что такое большое количество-то? Обязательно так много надо было. Так, нам надо еще вот тут внизу дружков наших собрать. И получается чего? Опять обходить. Мы все поднимаемся выше и выше. Вот так по расчесочке. Можем вот сюда пройти, наверх подняться. И либо вот тут пройти. Давайте тут пройдем. Какая, в принципе, нам разница? Так, 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 так. И все. А дальше мы уже... Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Нифига себе, как низко я упал. Надо быть очень аккуратным тут. Потому что можно так ненароком слететь и вообще в самый низ. Чего очень не хочется, потому что бежать на самом деле придется очень долго. Ладно. Главное, мы пока еще более-менее наверху. Будем просто аккуратненько как-то стараться двигаться. Благо пузырь... Ай, блин, я опять не сюда прибежал. Мне же надо вон туда, на веревку. Ё-моё, еще с той стороны у нас куча всего. Просто пипец, ребят, просто пипец. Огромнейшее количество всего, что мы тут можем найти. Так, труба. Хорошо, пробегаем по трубе. И куда-то вылазим. Но у нас... Смотрим внимательно. Что, где, тут может быть спрятано. Вот, как я и говорил, с любого ракурса надо обязательно сразу смотреть. Иначе мы что-то можем не найти.
Нажмите R, чтобы включить режим дополненной реальности. Да, в принципе, не надо мне пока. Это у нас подсказка, а это что у нас такое? Так, это нос. Ребята, это нос, который нам нужно вниз отнести. Ништяк. Сейчас мы его отнесем, обязательно. Опачки, и долетаем. Есть, долетели, прикиньте. Долетели и берем все, что можем тут взять. А потом, в принципе, мы можем вон туда перебраться. Но нам сначала надо к носу вернуться, ребята. Надо к носу вернуться. Поэтому нос где-то под нами. Во. Так, бах. Все, как запашок. Мы получили достижение и кучу вот этих штучек. Так, великолепно. Ты не такой дилетант, каким казался мне в начале. Вот что называется искусство с точностью хирурга. Ну а ты как думал, дружище? Думал, я тут пришел фигней страдать? Нифига, я тут, короче, буду самым крутым исследователем. Ой, я чуть не упал. Все, теперь нам надо опять на самый верх подняться, чтобы по двери пройти уже дальше. Ништяк, что мы тут уже с одним заданием справились. Так, но теперь нам... Блин, на самом деле, кнопку бы хорошо бы было отдать. Попробовать, по крайней мере. Но, да ладно, мы еще доберемся до того места, куда нам надо кнопку. Нам бы пока сейчас ровно на дверь. Хотя бы допрыгнуть. Ой, блин, нет. Нет, бах, мы, короче, разбились. Так, ну что, пробуем еще раз? Пробуем еще раз, блин, и на ручку мы не... Опа, блин, об ручку мы тоже разбиваемся. Нет, короче, надо спускаться. Опа, опа, вот так вот спускаемся. Хорошо. Будем смотреть, что тут еще у нас есть. Вот, смотрите, у нас тут есть места, где мы еще нифига ничего не собрали. Оказывается. Дважды умерли, блин. Просто так, дважды умерли. Это офигенно просто. Давайте теперь вовнутрь попробуем зайти, посмотреть, что у нас тут еще осталось. Например, у нас вот на видеокассетах хлебушек лежит. А это что такое? Опа, так. Забираем эту штуку, ребята, она нам тоже понадобится. Я, правда, не знаю, для чего она. Это же у нас какая-то вилка. Хрен его знает, или это магнит. А, они ее прут уже куда надо. Молодцы, давайте, ребята, прем сразу куда надо. А куда надо? А, этой фигней жабе по верхушке надо бить. Короче, это музыкальные жабы. И вот этой штучкой... Поверху вообще так трынкаешь, и она как будто квакает. Можете загуглить, посмотреть, как эта фигня работает. Ну и чего вы не тащите? Давайте энергичнее, ребята. Так, а тут вы как ее хотите? А, там надо мост опустить. Серьезно? Не, слушайте, я еще туда пока не добирался. Ну вы что-то, ребят, торопитесь. Я еще тут половину не обошел, а вы уже охренеть мост хотите. Размечтались. Так, опа. И, ой-ой-ой, нет, подождите, я тут увидел секретный проход, блин, который закрыт. Блин, закрыт секретный проход, эх, не получилось, не фартануло, ладно. Поднимаемся наверх. Вот тут у нас тоже куча всего, видимо. Куча всего есть. Так, а мы еще... Блин, наверное, надо вот тут по низу сначала пробежаться, собрать все тут, потому что мы по-любому тогда все пропустим. У нас стопудово тут что-то спрятано. Я прям... О, мы тут были уже. Ребята, мы тут были, прикиньте. Не факт, что мы тут все собрали, но мы точно тут были. Так, только единственное, мы вот тут хлебушек не собирали. Ай, блин, а что я промахиваюсь? Опачки, опачки, опачки. Так, веревочку опустили уже, ништячно. Господи, сколько ж тут всего нам предстоит найти. Так, хлебушек мы нашли.
Нам бы хорошо было наверх, но я не знаю, мы почему-то пошли именно сюда. Но раз мы пошли именно сюда, мы тут заберем все ништяки. Смотрим, камерой вращаем во все стороны, чтобы ничего не пропустить. И я теперь обязательно пойду наверх. Потому что там я точно не был, с этой стороны был, а вот тут вот я еще не поднимался. Так, аккуратненько, по расчесочке, по картам. Так, смотрим, смотрим, где что тут может быть спрятано. Тут спрятано может быть огромное количество всего. Так, о, еще тенекинчиков мы выпустили. Собираем золотые козявки. Так, веревку. Отлично, веревка нам понадобится. Так, а мы вон там в дырке собирали все или нет? Так, мы же можем еще вот сюда перепрыгнуть, блин. Так, тенекины. Ну-ка, давайте, 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 долбим, долбим, долбим. А, нифига себе, мы открываем, короче, ящик, прикиньте. Офигеть. Слушайте, ну игрушка сделана прям очень офигенно. Я могу вам сказать, что разработчики просто очень постарались, чтобы сделать эту игру. Тут продумано просто нереальное количество всяких фишек. И это прям реально круто. В нее прям приятно играть. Во-первых, не то что даже приятно, интересно исследовать каждый уголок. Это прям реально офигенная фишка. Вот, видите, смотрите, мы теперь можем... О, я письмо нашел. Ребята, я нашел еще одно письмо. Ништяк. Так, а как мне на люстру-то забраться? Это все чудесно. Но прыгнуть-то на люстру я не могу. Мне же надо как-то... А как мне на нее запрыгнуть? Как мне этот хлебушек забрать? Блин. Ладно. Будем думать об этом потом. Мы пока движемся, значит, дальше. А дальше мы вот тут можем... Опа. Ай, блин, как не долетели-то? Подождите-ка, еще разок. Какого хрена? Я что-то не понял, как мы не долетели. У меня пузыря не хватило. У меня, походу, пузырь какой-то очень слабенький. И он очень быстро разламывается. А мне надо долететь. Так, и... прыгаем. И давай, давай, давай. О, получилось. Супер получилось. С трудом, конечно, но все-таки кое-как мы справились. Так, наверное, сначала надо вот этих гаденышей маленьких собрать. Блин, мы еще вон туда можем запрыгнуть. Так, тут под каждым углом надо смотреть, где что у нас может лежать, потому что все можно упустить. Я хочу прям, не знаю, мне прям в этой игре даже вот реально хочется все на 100% пройти. Потому что, ну, реально очень интересно, чего будет дальше. Так, что мы сделали? А, нам надо вот этот мост опустить. Так, ну-ка, во-первых, кассету. И чё? Блин, веревку сюда. Мы, короче, можем кататься туда-сюда, тут вообще... просто до безумного количества раз. Главное, чтоб, знаете что, нам хватило тенекинов на все. Все, мы опустили мост. О, и кнопку как раз сюда забахаем. Ништяк. Смотрите, тут микрочип. Че ты, добро пожаловать в отель Grand Cassette. Самый известный отель во всем Санкт-Аре. Мы предлагаем номера с завораживающим видом на храм. Сюда съезжаются паломники со всего дома. К сожалению, ваша прическа не соответствует статусу нашего заведения. Ведь вы этого недостойны. Да пошел ты! Ему мой цветок не понравился. О, о, нифига, они запитали. Запитали магнитофон, прикиньте. Вот это круто. Так, а ты мне что скажешь? Ну-ка скажи мне что-нибудь. Раньше у меня был отель по соседству, но когда открылся этот, у меня не стало клиентов. Вообще-то мне хотелось составить отрицательный отзыв, но здесь отличные цены и соотношение цены и качества. Слушай, ну я не знаю, как по качеству меня тут обосрали, как бы, прям сразу.
можно сказать, сходу. Поэтому я что-то по качеству очень сомневаюсь, что тут. Так, а что на стене у нас написано? Ни хрена непонятно, что написано, но я пока вот тут на подсвечнике забираю ништячки. Так, ну и что, погнали ставить кнопку в проигрыватель. Так, бах. И теперь нам нужно будет еще компакт-диск сюда замутить, но сначала надо ништячки все тут спрятанные собрать. Так, это и вправду та самая кнопка, которой не хватало. Это была моя идея, не зазнавайся. Да пошел ты в жопу, твоя идея была, я тебя даже не знаю, блин. Я раньше тебя до этого додумался. Так, похоже, в приборе не хватает какой-то большой круглой детали. Я уже несколько долгое время пытаюсь расшифровать символы на загадочном приборе, но мне незачем это делать, пока мы не найдем недостающую деталь. Да я знаю, что это за деталь. А я бы вам сказал... Да... Не буду. Не... Ой, так. Я нашел, где я еще кое-что не сделал. Так, мне вот сюда. И надо шарахнуть. Во-первых, вот это. Отличненько. Так, спустили. Теперь мне надо письмо доставить. А, письма, где у нас письма? Давайте вспоминать, где у нас чуваки. А, где-то они в тумбочке. Где-то вот тут они, по-моему. Во, да, точно, нам сюда. Чуваки, я вам еще одно письмо принес. Блин, а мне же надо еще где-то одно найти. И знаете, что мне еще нужно? Мне, по-моему, нужно... Так... А что с этой рамкой? Я могу? Нет, мне дракона нужно. Ага, мне надо, короче, вот эту фигню взять. Так, быстренько сейчас поднимаем вот эту камеру. И все, чуваки сейчас, короче, пойдут, сфотографируют динозавра. Мы, короче, сделаем фотку и поставим ее в эту рамку. Вот что мы сделаем. Офигеть, короче, у нас все продумано, ребят. Очень круто. А, единственное, они очень долго будут идти, хотя... Блин, идти-то недалеко, но они реально будут очень долго тащить. Нам надо сделать всего лишь фотку. Ну, мы, в принципе, ждем их тогда тут. Давайте с этим монстром постоим вот так вот. Сделаем небольшое фото. Она сфотографирует вообще? Я тоже хочу вот так буду стоять, чтобы я поместился в кадр. Может быть, реально со мной фотографию сделают. Тащит, тащит, смотрите, прям усердно. Оп, 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 оп. Так, ну. Давайте, сфотографируйте меня. Опа. А меня нету. Меня нет на фотографии, я так не играю. Какого хрена? Все, фотографию забрали. И бежим тогда ее ставить в рамку. Думаю, мы уж с этой задачей справимся очень быстро. Чуваки, я вам фотографию несу, чтобы вы знали, что монстр существует. Бах. Расум, ты только взгляни на это. У него есть доказательства. Погоди, это твое чудовище? Как я и говорил, острые как бритва клыки, темные как ночь глаза, и само оно источает ауру ненависти. Дови, это игрушка, таких в доме не счесть. Ты когда-то видел такую страшную игрушку? Хочешь сам пойти туда и показать нам, чего ты стоишь? Ладно, твоя взяла, Дови. Я уже дрожу от страха, потому что никогда не видел ничего подобного. Ты у нас настоящий герой. Может, пойдем уже домой? Ага. Мне уже хочется спать. Спасибо тебе, незнакомец. Без тебя бы мне никто не поверил. Кстати, во время моего героического отступления на глаза мне попалась эта штука. Кажется, она из музея Ардвина. Не оставишь? Не отнесешь ее туда? А, ведь воину пора на покой. Воин! Воин сбежал! Какой ты нахрен воин? Честь сокрушена. Так, два из трех мы собрали. Давайте в меню зайдем, посмотрим, что у нас тут есть. Так,
Так, две штуки мы нашли. Нам нужен компакт-диск. Отремонтируйте телевизор, чтобы добраться до самоцвета Арсена. У нас медальки тут есть. И чего? Музей. Ну, блин, для музея нам еще до хрена надо собрать. Стикеры какие-то. Вот еще. Кучу всего нам нужно. Ладно. Наверное, что, нам надо за компакт-диском сбегать? Или уже в следующий раз мы за ним сбегаем? Так. Чё я думаю так медленно хожу? У нас же есть классная штука, на которой можно кататься. Так, ну чё, забираем компакт-диск. Так, я думаю, чувачков нам хватит. Всё? Чувачки, погнали, сейчас будем музыку слушать. Так. А как вы её тащить-то будете? Вот так, через храм, ё-моё, это вам долго придется тащить. Ну, в принципе, зато по прямой, чё нет. Сейчас, короче, видимо, тут на всю заиграет музон, дикий просто. Главное, чтобы это не металл был. Иначе тут все эти муравьи оглохнут. А этот муравей вообще, ну, это правда, вот пипец, он меня прямо просто ошарашил. Значит, я тут все сделал, все настроил, а он говорит, это его идея была. Гаденыш просто, я не знаю, как его еще по-другому назвать. Кстати, нам нужно еще будет вот на это вот здание спереди добраться. Все, компакт-диск поставили, почетный паладин. Достижение у нас. И что, вырубаем музыку. Все, в комнате началась дискотека. Все, все начинают петь, все радуются. Дискотека в этой комнате. Вот так вот надо уметь, просто уметь, а не просто болтать. Невероятно, песнь Ардвина раздается по всему к Санкт-Арту. Ее слышат даже муравьи, и теперь глаз у Творца могут внимать все его творения. Неужели тебя не спаслал сам Ардвин? В награду за помощь всему Санкт-Арту дарю тебе Майладейн, свое самое драгоценное сокровище. Это что за фигня? А зачем она мне? А что это такое? Мое знамя передавалось из поколения в поколение в самых древних времен. Неси его гордо, друг мой, во имя Ардвина. Это крышка, две палочки и бумажки. И мне ее надо теперь с собой таскать? А ну они сами. Сами оттараканят куда надо. Еще бы просто знать, куда надо. Так, а мне надо чего? Мне надо вот наверх теперь подниматься. У меня тут куча дел еще на самом деле-то. Так, а ну-ка пошли все нафиг. Мне теперь надо наверх собирать ништяки в других местах, где я еще не собрал все до конца. Опа. Ага, они все-таки донесли. Блин, да подождите вы, я еще не готов. Молодец, Маладейн, впечатляет. Давай пройдем в туннель, ведущий в Хризал. И без дальнейших церемоний установим эту деталь. Так, ну ты вали пока, у меня тут еще есть как бы незаконченные дела в этом помещении. Вот чуваки даже ко мне вернулись, они тоже со мной согласны, что как бы тут еще есть делишки, которые мы не закончили. Мы же не все тут собрали. Я хочу все собрать, как уже говорил. Вон у нас две полки. Правда, я хрен знает, как на них попасть, они очень высоко. Так, будем пробовать, значит... Ай, блин, чуть не упал. Так, поднимаемся. И куда мы поднялись? Опа. Так, одна у нас... Блин, это потом нам столько возвращаться надо будет, только из-за этого хлебушка. Ну да ладно, а нам по-любому придется собирать. По-любому придется все это собирать. Блин, опа. Опа, да. Мне удалось спрыгнуть вовремя. Я могу вот тут на крыше еще собрать все. А тут много всего можно собрать. Смотрите, тут сколько этих золотых крошек раскидано. Вот эта фигня у нас еще. А, это мы типа проход себе дополнительный сделали. Я уж думал, что-то какое-то... Что-то новенькое появится. Так. Ага, под нами я заметил еще новых чуваков.
Блин, а мне еще с этой стороны. Опа, и там еще внизу. Интересно. Так, сейчас тут быстренько пробежим тогда. И смотрите, я вот тут собираю одного чувачка. Даже троих. Потом поднимаюсь. Опачки. Бегу сюда. И проваливаюсь сюда. И вот тут еще товарищей можно собрать. То есть, видите, у меня целая армия. У меня целая крутая армия. Опа. И я вижу, вот тут еще у нас несобранные золотые козявки. Как я их пропустил? Ума не приложу. Так, а тут он... Ой, тут еще у нас секрет. Ой, офигеть. Вы посмотрите просто, в какую щель не залезь, везде где-то что-то мы можем с вами найти. И от этого, блин, игра становится все интереснее и интереснее. Мы поднимаемся наверх. Блин, ну нам реально надо на все верхушки попробовать попасть. А это сделать не так-то уж просто. Так, давай-давай. Ай, блин, ладно. Погнали опять на мыле. На мыле катаемся. Но зато быстро хотя бы передвигаемся, уже хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. По металлофону скачем. Да, эй, чё это я? Запрыгнуть не смог с первого раза. По тапочку, по барабанчику и вот сюда. Давай, 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 давай. Нам еще кучу дел надо сделать. Ну хотя, мне кажется, я все равно где-то упущу момент. Так, а как мне попасть-то наверх? Блин, пипец. Видимо, вот так нам надо только тут пробегать. Вот тут подниматься наверх. И вот уже отсюда газовать либо в одну, либо в другую сторону, да? Блин, и все так далеко. Просто пипец. Но я единственное пока не пойму, как мне все-таки вон там наверх забраться. Вижу, как наверх забраться. Блин, ладно. Давайте сначала вот тут все соберем. Потому что, блин, и вот там еще крошки остались. Почему я их не собрал? Не пойму. Вроде собирал все. Почему они тут? Так, друзья. Все, я у вас тут все забрал. Блин, вот там на плафоне. Как-то мне надо на плафоне все-таки забрать эту фигню золотистую. Но я еще пока не знаю, как это сделать. Потому что до туда допрыгнуть, еще надо умудриться. Так, ну, нет, нет, нет. Блин, я сдох. Блин, а как нам быть? Опа, ну хотя бы вот так. Хотя бы так мы смогли выжить с вами. Так, а там что зелененькое у нас? Серьезно? Там что-то зелененькое есть? Это типа веревка, что ли? А нафига она там нужна? А, она тут спущена уже. Тинекинчики, со мной вообще. Не бояться никуда идти. Блин, и нам опять надо подниматься сейчас. Ладно, сейчас быстренько соберемся. И чё? И чё-чё-чё-чё-чё-чё. Поднимаемся, быстренько бежим. Опа, наверх. Не, сейчас мы тут замутим. На 100%. Если, конечно, получится вообще. Тут еще надо умудриться на 100%. Бегать очень долго приходится. Но ничего страшного. Блин. Еще чуть-чуть, и я бы сам вниз упал. Вот единственный момент, да, тут можно, короче, провафлить. Немножечко управление и, короче, в самый низ улететь. Вот это прям вообще беда будет. Так, и теперь нам получается куда? А нам... Блин. Нахрен мы сюда поднимались? Ой. Так. Стоп. А где эта сопля? Блин, выше.
Опять надо подниматься. Да что ж ты будешь делать-то? Уровней, короче, до хрена тут понаделали. Вот, мне вот сюда надо. И мыло. Все, шикарненько. Мы едем туда, куда нужно. Так, чуваки, разойдись сейчас. По башке может попасть. Все, хватило нам. Отлично. Тенекинчиков наших. Блин, а у меня их мало осталось, красненьких-то, которые взрываются. Надо их экономить, хотя... А смысл их экономить, если мы уже... Ай, блин. Вот нахрена было этот хлебушек разбрасывать по самому краю. Специально, видимо, чтобы я падал тут, да? Так, ладно. Аккуратненько пытаясь, по крайней мере, не рухнуть, мы все-таки забрались на эту полку и нашли письмо последнее. Ништяк. Смотрите. Во, мы еще тут можем задвинуть. Оп, 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 оп. Так, и что нам теперь? Относить письмо? Так, а письмо у нас очень далеко. А куда бы нам еще? Блин, ну мы тут в принципе все собрали почти. Опа. Все, блин, мы выжили. Ни хрена себе. Врубаем мыло и погнали письмо относить последнее. Последнее письмишко. Чуваки, почта доставлена. Ловите. Чудесно. Так, первый класс. Достижение мы тоже получили. Супер. Так, и что нам тут осталось-то? Так, отремонтируйте телевизор. Так. Подождите-ка. Чего? Хризальная мастерская. За дом нет, мы там еще не были. Так, город Санкт-Арт. Мы тут все выполнили. Отремонтируйте телевизор, чтобы добраться до самоцвета Арсена. А телевизора тут нет. А это что такое? Транссидорский переход. А мы там что-то с помощью ключа Ридми откройте дверь в Сан-Арт. И что-то еще мы могли сделать. 1600 мы... Короче, блин, тут не собрали все до конца. Не собрали все до конца. Надо искать еще секретики. Чтобы потом уже в другую комнату двигаться. Во. Во, что? А, тут камень нужен. Вот, видите, камень. Тут отвертка нужна. А где мне отвертку найти? Я ни камня, ни отвертку тут не видел даже. Самое интересное. Где мне найти их? Я что-то даже не припомню, чтоб я где-то их встречал. Отвертку точно не видел. Так, мне надо, получается, куда теперь попасть? Вот единственное, вон у меня дорожка на другую сторону ведет. Блин, там еще камушек на крыше остался. Ну, пипец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тенекинчики, как вы мне тяжело обходитесь. Так, а как мне? А, вот сюда, вот так вот. И... Ладно, погнали. Вот тут собираем. Так, тут все собрали. И что нам? Опять надо назад идти. Самое интересное, что я не могу на крышу по-другому никак забраться. Благо, реально есть мыло, которое помогает быстренько все тут делать в плане передвижения. Ну и вот так вот быстренько мы сейчас чпок. Единственное, надо вот подумать, где мы сможем с вами... Ай. Найти... отвертку. Потому что я ее тут, по крайней мере, не видел. Где-то она по-любому тут спрятана. Так, тут все я собрал. У меня, получается, не хватает всего-то, блин, нас всего собрать тут. А, почти минимальное количество хлебушков этих. Так, получается, нам куда надо? Нам надо по этой фигне опять ехать. А, но свалиться на дом.
Так. И прыгаем. Вот сюда. Аккуратненько. Эй. О. Тинг-тинг-тинг-тинг. А как мне? Подождите-ка. А, видимо, вот отсюда мне надо лететь. Ай, блин. Да я... А я не долечу. Вы мне что хотите сказать, что мне, короче, надо... Ну-ка, а я могу запулить? Да. Блин, оказывается, так можно. Серьезно? Так, собрали. И у нас получается только на плафоне. Только на плафоне осталось. Блин, не долетел. Так, а как мне? А, вот, наверх есть. Ну, давайте тогда на плафоне запульнем. Просто интересно уже до конца все-таки добить. Я, конечно, понимаю, что ролик у нас затягивается, но, блин, я не могу просто так оставить эту комнату. Очень уж хочется до конца добить ее. Ну, а где отвертка, я понятия не имею. Так, блин, 66, а где же еще-то? Где еще у нас золото может быть спрятано? Хм. Где отвертку-то искать? Я, по крайней мере, что-то, ну, реально не помню, чтобы тут где-то отвертка была. Может быть, она, конечно, где-то вот тут спрятана. Потому что тут у нас, насколько я помню, проход был в секретную комнату. Так, давайте посмотрим. Может быть, мы что-то реально тут упустили. Может, реально нужно тут где-то отверточку забрать? Не, нифига, тут у нас тупик вообще. Блин, и чё мы, типа, не пройдем уровень до конца? Потому что только отвертку не нашли, и за это не сможем получить все награды? Чёрт, ну так, ребят, ну-ка подскажите. Вот десяток яиц. Да нахрен мне твой разговор про яйца-то нужен. Вы мне скажите, где мне отвертку надо быть? Нету тут нигде отвертки. Я им даже почту доставил, они мне ни хрена ничего не могут дать. Блин, это печально. А как же так, как же я без отвертки-то буду? Ну что, ребят, я могу вам сказать. Я думаю, на сегодня достаточно. Думаю, на сегодня это все. В следующем видео мы уже попробуем все-таки найти отвертку. И этот уровень добить на 100%. Единственное, я не понял. Мы, походу, не можем тут возвратиться уже в первую комнату, чтобы там все собрать. Потому что, я так понимаю, мы там ни хрена не все собрали. И, блин, ну надо искать место, где мы еще не были. Чтобы найти эту гребаную просто отвертку. А мне сейчас ясный хрен никто не подскажет. Не подскажет, не покажет, не вообще ничего не расскажет, хотя я тут помогаю всем. Ну и ладно, хрен с ним. Так, а мы можем вот сюда в комнату выйти, интересно? Да ладно. Я назад вернулся, прикиньте. Вот это новости. Офигеть. То есть я и тут еще могу побегать. Так, значит, мы тут все обыщем по-любому. А в следующий раз уже. Так, у нас... Давайте посмотрим. Вот тут мы баночку какую-то должны найти. И еще 500 хлебушков. Тут мы по-любому где-то что-то... не нашли. Но это будем искать уже в следующий раз. На этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. Обязательно будем проходить эту игру до конца, потому что она, ну, очень крутая. Она мне очень нравится. Надеюсь, и вам она тоже нравится. И вам интересно ее смотреть. На этом все. До скорых встреч. Увидимся. Пока.